В библиотеке Грушевского организовали виртуальную экскурсию по Японии, посвященную Всемирному дню туризма. На культурную встречу пригласили студентов одесских училищ и любителей японских традиций. Гидом виртуального путешествия стал президент Одесского японского клуба Анатолий Гольша. Этот год в Украине объявлен годом Японии, в рамках которого проводятся фестивали и мастер-классы. 27, 28 и 29 сентября, начало японской встречи в 13:30. Сегодня у нас презентация японского клуба, просмотр фильма о достопримечательностях Японии, литературное чтение и фотосессия с японской красавицей. А завтра в 13:30 мы будем участниками мастер-классов по каллиграфии и оригами. А 29-го мы будем учиться игре в шашки-го. 2017 год нашим президентом объявлен годом Японии. И объявлен годом Японии после того, как наш президент в октябре прошлого года, посетив Японию, узнал о том, что японское правительство приняло постановление оказать помощь Украине в объеме $1,5 миллиарда. Это уже в этом году у нас третий фестиваль, в котором мы участвуем. Но фестиваль получился у нас стихийно. Мы вначале просто думали, что один день, мы 1,5-2 часа поговорим о Японии. Но оказалось большой такой интерес к Японии, что и завтра, и послезавтра будет этот фестиваль, посвящен именно японской культуре.